Ну, тоже хочу поздравить и болельщиков с победой, и наших ребят с победой. В принципе, были... Команда очень серьезная против нас играла. Играли мы с переменным успехом, то они держат мяч, то мы. Но я думаю, все-таки голевых моментов создали больше. Можно сказать, наверное, предстартовое волнение у ребят, которые из хороших позиций пробивали, скажем так, не очень точно. Будем над этим работать. Плюс поле, конечно, оно тяжелое. Для того, чтобы комбинировать, очень тяжело. Но ребята справились, мне понравилось то, что они бились до конца, как одно целое, показывали неплохие моменты в игре, и мы выиграли эту игру. То есть они сделали результат, на самом деле это самое важное сейчас.